Музыку чуть-чуть потише, пожалуйста. Спасибо. Многие задаются вопросом, почему, собственно, этот автомобиль называется купе, ведь у него 4 двери боковых и 5-я дверь багажного отделения. А все дело в том, что в далеком 2005 году именно компания Mercedes-Benz стала законодателем моды, так называемой, на купеобразные автомобили. Если вы обратите внимание, то вы заметите, что этот автомобиль имеет интересные пропорции, короткие.